Всем привет! Сегодня на нашем канале представлена подборка товаров, продаваемых на AliExpress. Все заказы были сделаны через прекрасный кэшбэк-сервис SmartySale. С помощью его удалось вернуть 7,5% от стоимости товара. После получения покупок деньги пришли очень быстро. Ссылка на этот сервис находится в описании под видео. Измерить давление в шинах, не выходя из автомобиля, позволит вот такая система контроля. В комплект входят 4 датчика давления в виде колпачков и сам приемник с дисплеем. После установки элемента питания в колесный датчик, его необходимо накрутить на вентиль колеса. После чего датчик начнет передавать показания давления и температуры на приемник, вставленный прикуриватель. Больше никаких специальных настроек и подключений не требуется. Система полностью готова к работе. Она рассчитана на давление в шинах от 0 до 8 бар. О снижении давления система просигнализирует зумом. Используя датчики давления в шинах, вы существенно увеличите ресурс покрышек, что также позволит сэкономить приличную сумму денег. Стоимость такого комплекта на AliExpress $95. Хорошим дополнением к перечню вашего инструмента будет вакуумная присоска для удаления вмятин на различных металлических поверхностях. Даже если вы не имеете определенных навыков, неприятную вмятину на автомобиле вы сможете удалить самостоятельно. Достаточно приложить присоску к поверхности, зафиксировать и плавно потянуть в нужном направлении. Присоска потянет за собой металл, и он вернется на свое прежнее место. Такой метод хорош, когда подобраться с другой стороны не всегда удается. Его преимущество неоспоримо, ведь мягкое и щадящее соприкосновение с поверхностью даже теоретически не может повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, что позволит сэкономить деньги на ремонте. Цена такой присоски на AliExpress всего-то $1.50. Телескопический фонарь с магнитом обязательно должен быть в любом доме или автомобиле. Бывают такие ситуации, когда болтики при ремонте техники куда-то закатились, или другие мелкие предметы невозможно найти на столе. Либо же дети что-то уронили за тумбочку. А если вы заядлый автомобилист, то по достоинству оцените такой отличный фонарь, особенно если вы занимаетесь ремонтом своего авто. Световой поток обеспечивает 3 мощных белых светодиода. Максимальная выдвижная длина вместе с гибкой частью почти 57 см. Стоимость фонарика на AliExpress чуть больше $4. Диспенсер для воды освободит вас от необходимости поднимать тяжелые бутыли. С ним невозможно случайно прокинуть тяжелую емкость и разлить содержимое. Диспенсер для воды и напитков идеально подходит для всех возрастов. Его можно использовать где угодно. Универсальный колпачок подойдет для большинства емкостей с широким горлышком. Держите уверенно наливаемый сосуд, нажимайте на рычажок, и жидкость наливается. И все это делается одной рукой. Стоимость этого нехитрого устройства на AliExpress около $6. USB накопитель SanDisk Ultra Dual 3.0 позволяет легко и быстро перемещать файлы между смартфонами или планшетами на базе операционной системы Android и компьютерами с различными операционными системами. Этот удобный компактный накопитель с одной стороны оснащен разъемом microUSB, а с другой разъемом USB 3.0. Передача с флеш-накопителя на компьютер через порт USB 3.0 идет со скоростью до 150 Мбит в секунду. Такая скорость позволяет передавать файлы всего за несколько секунд. В продаже предоставлены накопители с различным объемом памяти. С помощью установленного приложения из магазина Google Play можно следить за памятью и эффективно управлять файлами, хранящимися на смартфоне. Стоимость флешки с памятью 16 ГБ чуть больше $7.
Предлагаемый на AliExpress подводный скутер идеально подходит для любителей подводного плавания и активного отдыха на воде. Вам не нужно затрачивать значительные усилия на гребки ластами. Буксировщик имеет нулевую плавучесть, поэтому может успешно эксплуатироваться как в подводном, так и надводном положении. Имея вес около 10 кг, этот аппарат способен буксировать пловца на расстоянии до 8 км, при скорости не более 6 км в час. Емкость аккумулятора обеспечивает работу электродвигателя на протяжении 1 часа. Этот вариант скутера относительно недорогой. Цена его на AliExpress $110 с учетом возврата $9 через кэшбэк-сервис MultiSale. Карманная цепная пила приобрела широкое признание среди туристов, рыбаков и охотников, благодаря своим компактным размерам и небольшому весу. Чтобы спилить дерево, нужно набросить ее на ствол и привести в действие поступательными движениями. Справиться с инструментом можно и в одиночку, однако гораздо удобнее пилить вдвоем. Так вы можете напилить дров быстро и качественно. В народе такую пилу называют еще барнаульской. Ну а мое первое знакомство с ней было действительно на Алтае. Цена такой пилы на AliExpress чуть больше $5. Для любителей шитья прекрасно подойдут ножницы со встроенным лазером. С ними вы легко сделаете выкройку на любой ткани. Лазер монтирован в ручку ножниц. Достаточно направить луч на метку и резать по линии. Идеально ровный раскрой вам обеспечен. Ножницы удивительно просты в обращении, а главное остро и точно режут. Цена их на AliExpress порядка $5. У каждого автомобилиста в багажнике найдется множество необходимых вещей, которые всегда должны быть в автомобиле. Они занимают много места и не всегда получается найти быстро то, что нужно. Сумка-органайзер легко решает эту проблему. Она быстро раскладывается. Боковые стенки позволяют перевозить и хранить тяжелые и объемные предметы. Сумка складывается компактно и не занимает много места. Используя такой органайзер, у вас будет чистота и идеальный порядок в багажнике. Цена его на AliExpress $7. Держатель для телефона на руле автомобиля является универсальным и удобным для любого водителя. Такое расположение гаджетов иногда просто просится во время поездки. Он одевается и снимается буквально за секунду, при этом держится достаточно крепко. Телефон в нем фиксируется надежно. Иногда нам хочется видеть информацию на мониторе поближе. Вот тогда-то и поможет такой фиксатор. Цена его на AliExpress всего-то доллар с небольшим. Все товары из этого выпуска вы можете приобрести на AliExpress по ссылкам, указанным в описании под видео. А если вы хотите сэкономить свои деньги и при этом не приложить особых усилий, мы рекомендуем услуги кэшбэк-сервиса SmartySale. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Заходите на наш канал и делитесь видео с друзьями. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых выпусков!